Мистраль – это уникальный поэт, это начало 20 века. Вот он написал вот такой папоротник. «Цветок бессмертный столистый, помощи как головня, никем не посеян, не понят, зовется цветком огня. Сорви его и дари в Иваново ночь до зари. Бежит со скоростью лани, мелькая, блистая, дразня. Цветок голубой ночью, внезапно цветок огня. Сорви его и дари в Иваново ночь до зари. Цветок на нетронутой нове, вокруг ни куста, ни пня. Любовь мою здесь земная, на тебе его родня. Сорви его и дари в Иваново ночь до зари. От зверя в строю в помощь его лесорубом хранят. Он призлив убивает летучий цветок огня. Дари, сорви и дари в Иваново ночь до зари. Ты мой огонь, так гори же, другого нет у меня. Как много любви он дал нам, опавший цветок огня. Сорви его и дари в Иваново ночь до зари. Браво! Браво!